Итак, друзья, всем доброе утро, всем добрый день, всем здрасте, привет, привет, привет. Поаплодируйте, если вы меня слышите, поаплодируйте, если у вас хорошее настроение. Оно у вас должно быть замечательным, потому что с минуты на минуту начнется здесь творится самое драйвовое событие этого лета, а именно гонки Hard Enduro, путь Чипа. И вот буквально через несколько мгновений мы... Я готовлю себе Mountain Dew, чтобы на ходу смачивать сосло как следует. Но это не приветствие, ни хрена. Мы как бы в Чебоксарах, да, гонка сегодня. Я чуть позже расскажу, просто я опаздываю на старт, как всегда. Еще раз добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Еще раз поаплодируйте. Вот это классный настрой, вот это нам нравится. Рада приветствовать вас на Hard Enduro гонке Путь Чапая. Сегодня на протяжении долгого времени вас ждет самый увлекательный заезд. Море всего интересного, поэтому я настоятельно рекомендую оставаться здесь до конца, потому что оно того стоит. Итак, друзья, без лишних слов, прямо сейчас для приветствия я приглашаю к микрофону полковника полиции, заместителя начальника управления ГИБДД по Чувашской Республике, а Михайлова Марата Сергеевича, мастера спорта России по самбо, кавалер ордена мужества. Встречаем! Дорогие участники наших гонок, лет 10 назад я побывал в городе Ковров, в котором каждый ребенок рождается на мотоцикле, ходит в школу, ездит на мотоцикле, стареет на мотоцикле, умирает на мотоцикле. Побывал на Кубке России по мотокроссу на подобной трассе. И тогда я был просто восхищен этим видом спорта и такой большой завистью подумал, вот хорошо бы у нас в Чувашии появилось нечто подобное. Сегодня день города Чебоксары. Замечательный праздник. И я хочу сказать, что Алексей и его команда приготовила поистине грандиозный подарок нашему городу. Алексей, наверное, не совру, если скажу большое спасибо тебе и твоей команде за этот праздник, который ты нам организовал. Чапаев – это наш земляк, которым гордится каждый житель Чувашии. Самый крутой наездник времен гражданской войны. Поэтому я не сомневаюсь, что каждый из вас, который садится на мотоцикл, и все-таки это экстремальный вид спорта, является лично очень сильным и мужественным человеком, как наш земляк Чапаев. Сегодня хочу вам пожелать, ну, конечно же, должен победить сильнейший. И самое главное, чтобы эта гонка прошла без травм, что там вот эта скорая помощь никому из вас не пригодилась. Благодаря гостям из Братской Республики Беларусь наш сегодня турнир стал международным. Это здорово. Белорусы, вам огромное спасибо, что вы приехали. Давайте поаплодируем гостям из Братской Беларуси. И как главный гаишник Чувашии, хотел бы вас попросить по окончании турнира, пожалуйста, не выезжайте на дороги общего пользования. Вот, такая маленькая просьба гаишника. Еще раз всех с праздником, с ним, всех с днем города! Спасибо огромное, Марат Сергеевич, за ваши теплые слова приветствия, друзья. Ну а мы продолжаем, и прямо сейчас мне бы хотелось передать слово для брифинга нашим дорогим организаторам, поэтому максимум аплодисментов, максимум шума и слушаем внимательно. Че, по синему надо ехать? Синий. По синему? Глянь сюда. Блин, это просто пипец, я все провафлил. Вот как всегда, приехали на мою любимейшую гонку на свете. Отымелись так, что вообще перед стартом даже за 2 часа, стоя здесь, ничего я не успеваю ни начать снимать видео, ни мотоцикл проверить, ни одеться, потому что винтика для GoPro не хватает, потому что гидропак, который протух, прокипятили и там сморжопились вот эти шланги, они друг в друга не вставляются, мы потратили 2 часа и ничего не засняли. Именно так начинается наша гонка, уже третья в моей жизни в Чебоксарах, меня уже здесь зовут ветераном, прикиньте. Ветеран Чебоксар 3 раза приехал, а у них гонки всего 3 раза, по-моему, были. Вот такие вот основные, центровые. То есть, да, Чебоксар меня притягивает. Позже расскажу, почему, а сейчас надо спешить на старт. Все, погнали. Все? Конечно. Давай, пожелай удачи. Андрею. С Новым годом. Давай. Кулачками. Дуешь кулачками. О. Она обещала этот учебный год хорошо завершить и мотоцикл. Хорошо, да, учебный год обязательно хорошо и будет на байке.
Короче, это жесть полная просто. Я даже не знаю, какая у меня стартовая линия. Здесь все стартуют с своих линий. Там, где я записан, есть Андрей Юрьевич, но я Андрей Алексеевич, дядя Лысович, то есть. Я не понимаю, я это там или не я должен быть. Вот как всегда. Знаете, почему еще я опаздываю? Потому что все хотят сфотографироваться, чтобы я расписался на 100-рублевых, на 500-рублевых купюрах. Они просто приходят портить деньги, а я опаздываю на старт всегда из-за этого. Вы посмотрите, сколько народу. Короче, все. У меня разрыв головы происходит, слишком много задач в одной башке, а должна быть только одна – ехать. 69, 69! Мы просто со Степаном стоим в жесткой тупке и не понимаем, куда нам вставать. Все спрашивают, какая у нас линия, мы говорим 25-я, и они нас объезжают вперед. Мы, походу, как два оленя последние должны встать. Всего 26 линий. А, то есть мы предпоследние, да? Ну, где-то есть, да? Ни черта непонятно. 969, 69! Все стало предельно понятно. Здесь просто ходит товарищ с этим, с громкоговорителем и называет номера. И все встают в свою линию ближе к старту. Так что все пучком. Окей, удачи тебе. Тебе тоже. Я попробую выжить! Ну все, сейчас будет замес. Давай. С Новым годом! С Новым годом! Вот это я эндурист! Ой! Я покажу вам шоу! Я его вам покажу! Да, это жестко! Старт задался! Капец, а как тут тормозить? Реально жуть! Я был к этому не готов! Как-то! Доброе утро! Доброе утро! Так, надо отдышаться. Перед стартом было сложнее, чем после. Ой! Страшно! О! Проезжаю некрасиво, но проезжаю! Еще бы за метками следить.
Ой-ой-ой! Ненавижу эндуро! Но чебоксарское люблю! Ой, говно! Ой! А я думал, буду чистый! О, Степан! Я его вижу! Ёперный театр! Куда я заехал? Бомби! Проиграл позиции. Ну и тренировка у меня. И вот опять. Я говорю, что буду тренироваться. А с этими видеоблогами тренироваться получается только в гонках. А Степан там. Ой, резина в глине. Скользит жутко. Это что за место? Как это? А это что ж синее? Ёперный театр, я думал, вот они.
Ну ладно, уехал не туда. Ну жесть. Как я отсюда буду выезжать? Чебоксары, ван лав. Но это даже не ебун гора еще. Я пока хочу просто посмотреть. Посмотри. Это очень тяжело. Нахрен! Надо ехать! Надо ехать! Хорош! А тут скользко! Степан, давай! Подождите, как приезжать! Там всегда будут лежать! Супер! Еще хочу! Скажете по этому поводу. Я там был. Я мотор положил, вернулся просто сюда. Блин, нормально так. Это полная крыша, там пацанов уже снизу тросами тянут. Из всей нашей толпы сейчас только один проехал. Второй. О! О! Двое проехали! Двое проехали, но у них колеса прям сплющенные, сдутые как будто. У них резина прилипает по ходу. А я начинаю с сцеплением травить, чтобы он не глох. У меня мобил вот так дергает вместо того, чтобы плавно, потому что кроссовый.
Я ору просто. Ну и на эндуриках тоже народ мучается здесь, не могут заехать. Ну, походу, реально вот такая сдутая резина решает, она не скользит сильно. Реально он как будто на диске едет на одном. Да тут скорости надо было чуть больше все равно. Потому что угол большой. Что делать? Я ума не приложу, я тут не заеду никогда. Для меня главный вопрос, как набрать скорость? На скорости я бы здесь пролетел, но я стою уже на горе. Жесть! И как бы я отсюда не дернулся, у меня не будет этой самой скорости. Хрен. Какая хуйня? О, Степан, а ты еще тут? Я думал, ты уехал давно. Блин, почти. С**а, можно было? Я так же два раза уже дал. Куда съехать теперь, чтобы выехать легко? Блядь, это что такое, на ебаный мать? О-о-о! Потери пошли. А мне бензин течет. Да нет, у меня скорость снизу. Я в новую поставил, бро. Да ладно, это всего лишь железо. Да блядь, я на х**ка. А, блядь. Да куда ты? Снимает? Нормально, нормально, снимаю, доброе утро. Ну как тебе эндуро настоящее? Мне не нравится, я ж тут курву сделал. Курву? Да. Все, я для себя сделал вывод. Эту горку можно полностью проехать только с самого низа, если разогнаться. Стрял в дереве. Надо дать побольше гари. Наверное. Это лучшая гонка в мире! Ребята страдают, а мы отдыхаем. Вот. Всем по кайфу. Они кайфуют там, мы здесь. Всем привет от Ульяновска с любовью. Курва погана! А-а-а! Мы сейчас находимся на Егоркиной горе. Наша помощь будет заключаться только вот в этом. Кажется, на этом гонка для меня должна кончиться. Живой? Я туда. Это было нехорошо. Ну, красавчик почти заехал. Это было вот нехорошо, вот это нехорошо. Так. Что-то, походу, у меня тормоз передний заклинил. А, у меня газ вывернуло наизнанку. Как это? Как это так? Жопа. Ну, почти. Я вот и про это сейчас думал. Вот тормоз начал появляться, кажется. Ну все, короче, у меня в ручке что-то разломалось. И теперь у меня постоянный круиз-контроль. Просто тотальный. И грипс проскальзывает. Ну, ор. Я не знаю, как я еще поеду. Просто ее прям силой обратно надо возвращать. Все, это уже не эндуро, это жопа. Смотри. Сейчас я газ не верну обратно, и он улетит.
там перевернулся наверху просто. Да сука! Это нереально. Еще с таким газом. Все, я остаюсь здесь. Тут всем надо помочь, походу. Капец. Как я счастлив, что камера была включена. Я заехал и заглох. На газу причем заглох. Сцепление в шоке. Доброе утро! Ух, блин! Мне кажется, тут не все проезжают. Сюда, что ли? Блин, с таким газом ехать, ну нереально. Это как без сцепления почти. Только опаснее даже, потому что он может просто полететь. И холостые у меня исчезли. Он теперь глохнет. Но гонка классная. Просто надо готовиться лучше. И байк все-таки нужен эндурный, а не кроссовый. Вот для такой жести. Да интересно, у меня холостые пропали. Что это за ступени? Раньше такого не было. Жесткие. Чуть в дерево не упоролся. Короче, я все силы на этой горе потратил. Теперь вялый как говно буду ехать. Сидя через бревна. Поехать. Вроде сюда. Ё-моё! Зря я затормозил. И глохнет, блин! Опять гора. Только уже гора для натуралов. Ё-моё! Ё-моё! Ё-моё!
Затор! Доброе утро всем! Блин, это гора ебун только потому, что все это самое. Вы поняли? Здорово, Степан! Как вот он на китайца так едет? Как будто он у него двухтактный. Он даже не глохнет. О, еще лучше стало. Блин, ну как туда ехать, где все забито? Они же никогда не рассосутся. Хорош. Легкая, кобздец вообще, блин, я у себя на селе, вот, блин, на этом, на Тречископе в такие горы заезжаю. Здесь не можется, потому что на селе, на горе никто не лежит, и ты снизу газ в пол летишь, и тебе похуй. А тут надо. Заехал чуть-чуть, переставочка, с места в горы сразу туда-сюда. Красавчик этого не может. Он мне этого просто не позволяет. Я играю с сцеплением уже как настоящий пианист, уже профессионально. А это для чего делает? Чтобы он плавно, без пробуксовки ехал в гору. А у меня у них вот так ба-ба-ба-ба-ба на этом сцеплении. Ой. Нужен эндурбайк для таких гонок, реально. На красноче это все херня полная. Нужен эндурбайк, но я не могу его себе позволить, потому что лям с лишним — это зашквар копать. Поэтому я буду дальше на красоте или не буду вообще. Две горки я вот за два еду. Давай, разворачиваем и сразу выезжаем. Я отдыхаю пока, меня утомило. Давайте потихоньку вниз. Не очкуем. А что держаться можно? Да ни за что, он уже спустился. Все, бросайте. Спасибо, парни. О, уступы похожи. Это не мое, да. Уступы. Не заводится и все. Заводится, что ли? Нет. Не покупайте авантик, не заводится. Никак я не могу стартануть отсюда сразу вверх. Нахрен сразу когда буксует, и я улетаю.
что, до одного давай. Что, крыло мое хотите, да? Да. Ну давайте боритесь за него как-нибудь. До одного. До одного. Суе ножницы, суе ха. Суе ножницы, суе ха. А нахрен оно тебе нужно, ты можешь объяснить? Ну давай, рви, рви его! Рви, рви его! Еще, о! Все, у него есть крыло! Поздравляю! Ой! Все по новой, все фигня! Попытка номер 8! Сейчас пойдет! Давай! Блин, на весу заводить тяжко. Спасибо. Доехал до верха. Все ясно. Привет, нормально. Тебе может чем-то помочь? Да не, я справляюсь. Нормально все. Сейчас так же поеду. Ой, пацаны, давайте самогону еще. Я заеду. Нет, это нереально. Ну потащили, что делать? Ой! Димон! Живой! Опять заклинил газ. Он доехал. Япония рулит. Кажется, я это сделал. Охренеть. Стой. Я сам сделал это. Давай куда-нибудь. Я заеду. Заедем. Нет, я не заеду. Тут тоже придется тянуть. Давай, за руль просто, за руль. Не за руль. А как? За руль нельзя, за два пера просто. А я буду толкать. Ну давайте, пацаны, поехали. А что не так? Она хрустит вся. Заведи его. Сейчас попробую, погодь. Ой-ой-ой! Отходи! Отходи! Ба, идите, чё? Всё, бросай! О, извини! А Ваня, ты нервничаешь!
Вот это жестко. Ну тут даже седьмой ехать. Везде легко. Но красач в эндуро-гонке убивает все человеческое. И сыпуха не туда встала. Ну да ладно. Вот стрелки. Спасибо. Сейчас дед-то устал тоже походу. Ну ладно, хоть рассчитывает свои силы в отличие от меня. Ну что у вас тут? Жестко. Опять придется газовать. Блин, чертов кривой руль. Просто уехал в дерево. Первый раз такая херня. Годится. Дальше поеду спокойно. Чё, как гонка-то? Ну, если бы вот не это болото. То есть даже не Ебунгара? Да, там еще сложно нет. А ты какой круг едешь? Третий. О-о-о! Всё, давай, пока, до свидания. Удачи. У меня грязно, она отмывает. Ничего страшного, хорошо. Не-не-не, подожди. А как тут, по идее, люди должны ехать? Ну, некоторые отсюда. Сейчас тут один отсюда. Отсюда невозможно проехать, переднее колесо под бревно попадает. Капздец, во фантазер, это ж вообще препятствие всех препятствий. Не, тут даже не езжай, вон туда лучше. Да, там лучше, я отвечаю. Ну подойди, глянь. Глянь, что здесь. Да положи его. Там бревно на расстоянии метра от земли, как его Да! Ты справишься с этим? Туда положи мотики, подними бревно. Не, не хочу я ничего класть, я хочу посмотреть, как ты проедешь, если знаешь. Буду учиться. Ну давай, или здесь поедем? Я точно здесь поеду. Ну поехали здесь. Там намного хуже. Я положил мотик и бревно поднял. Оно не тяжелое. А вот здесь плавненько. А, и без бревен. Здесь можно уебаться прямо с деревом. Можно, да. Блин, какая же физуха нужна, чтобы их таскать. Надо было там делать, блин. Да. Ух! О! Готов! Теперь я. Конечно, живой! Я ж в шлеме! Сейчас так задом дал об дерево башкой. Опять горка хорошая, а красач не смог выйти наоборот. С цеплением трави не трави, не разгоняется здесь. Жестко. Очень жестко. О, это тот самый спуск адский. Здесь главное не упороться, иначе может наступить смерть. Ой, блин, я еще разгоняться начал. Ну его нафиг. Ветки чертовы. Сцепление вниз, ушел рычаг.
Жать неудобно. Все не так и все не то. Потому что я чертов блогер, который ничего не умеет. Че? Отметил, говорю. А, все, это же хобби? Да. Все. Отлично, все. Счастливо. Что там, хорошо? Ну ладно. О, всем доброе утро! Жесть просто, где я проехал? Ну давай, не тяни! Покажи! Не туда, туда. Туда. О, не заехал. А едет дальше. Вот как он поехал, это легкий маршрут. Но это для всех. Можно официально. Хобби, да? Можно туда. Все, я погнал тогда. Вытек. Ё-моё! Это что? Я ж тут умру! Не-не-не, я лучше пешком пойду. Это уже перебор. Андрюх Мальков увидит и смеёт. Тут только пешком. Ух, копать! Уходи! Не могу! Ау! Ты даже не пешком? Проклятие давай! Я погнал! Походу, это все самогон виноват! Я смотрю, брат по крылу у меня едет, да? Да! О, наконец-то! Свободный участок! Доброе утро! О, даже элементы урбанизма здесь! Походу, сейчас газ полвека придет. Нет. О, вода! Долбать копать! Доброе утро! Вода! Ура! Так я люблю промокать! Блин, крыла нет! Хорошо! Очки бы не помешали. У меня какая-то вода потекла, дым пошел, сцепление пропало. Газ пол даю, мопед не едет. Походу я доехал. Надо дать ему остыть и просто доехать до лагеря спокойно. Перегрел насмерть, и сцепуху, и мотор. А красачу только так здесь остается жить. Потому что это эндуро.
Организация какая? Где это видано? Опять, чтоб был диванный эксперт. Ну так вот, гонка для меня закончилась. Что, во-первых, я хочу сказать. Я, оказывается, уже ветеран пути Чапая и чебоксарской вот этой всей тусы. Потому что третий раз сюда приезжаю, и мне пацаны местные сказали, организаторы, ты ветеран. А продолжим мы тем, что вы вообще когда-нибудь видели, чтобы я из гонки, из леса выходил босиком? Я вернулся на финиш без мотоцикла и босиком. Это полный трэш и кобздец. Гонка настолько суровая, что три раза я сюда приезжаю. Три раза на одном и том же мотоцикле на Honda CR125. И на третий раз этот надежнейший, офигенный японский байк просто делал пу! Вот так вот. Я еду, знаешь, в гору уже недалеко от финиша. Ну, вы все видели, как я заезжаю тут в горы. То есть, это красач. Да, кубатура небольшая, тяги нет, сцепление резкое. Шины стравить я не могу, давление, потому что у меня там ни тюблисов, ни хрена нет. Камеры там по 2 атмосферы, если не по 3. Вот. Я еду в гору, и мне приходится, даже учитывая то, что у меня газ клинил всю гонку, заклинил его в пол и сцеплением только травишь. И получается, он едет вверх, вот так вот. Ма-ма-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! То есть мотор в отсечке, доброе утро. Мотор в отсечке едет вверх, сцепление постоянно пробуксовывает. Я проехал так практически весь круг, самые лютые горы. В последнюю горку тут в лесу еду. Просто вот это, травлю. Чувствую, он не едет. Отпускаю полностью, а он не едет. Как скутер дрынчит, а разгона нет. И после этого буквально проходит пара секунд, и он такой пу! Просто я смотрю на землю, а земля вся в воде, дым стоит. Я такой, ну его нахрен, глушу этот мопед. И все, смотрю, он дымит там, фигня вся эта идет. Ну и подождал минут 10, он остыл вроде как, завожу. Первую воткнул, сцепление отпускаю, а он на нейтралке будто бы. Втыкаю вторую, передачи работают, отпускаю сцепление, а он стоит, не глохнет. То есть все, сцепление кончилось, мотор перегрелся. На этом история Honda CR125 должна, по идее, закончиться. Потому что я хочу ездить на путь Чапая, здесь классно, такой тусы нет нигде. Где еще можно было увидеть диванного эксперта на горе, который лежит на диване и говорит, я бы проехал лучше. Где еще можно увидеть Ебун-гору? Где еще можно увидеть таблички, где написано на болоте, здесь нельзя купаться, а так хотелось. Просто жесть, я хотел туда нырнуть, а нельзя. Это только Чебоксары. Я хочу сюда вернуться, потому что это полный трэш. Такой тусы не видно нигде. Меня замучили просто даже подходить и фоткаться. Здесь столько народу, и все любят мопеды. Поэтому сюда надо возвращаться либо на каком-то эндурбайке, чтобы все-таки ехать, либо приезжать пешком. И как диванный эксперт лежать и угорать. А сейчас... Доброе утро! А сейчас мы идем эту Хонду забирать из лесу. Так, короче, мы зашли в лес и поняли, что мы не понимаем, где мой мотоцикл. Но! Не просто так на мне нет мотоботов, это следы. Я ставил носки в одном месте, я ставил мотоботы в другом, а дальше будет мотоцикл. Соответственно, если мы сейчас находим носки, значит мы на верном пути. Они должны быть белые, но окрашенные в коричневый цвет. Смотрите, сколько с нами пацанов, кстати. Привет, интернет, скажите. Здорово. Здорово. Привет! Они пошли, видео. Они пошли лайк, чисто подписывай. Байк вытягивать с нами. Погнали уже носки искать. Нет, мы бы тут околели идти. Это не та гора. Тут даже не пахнет моими носками. Идем в другую сторону, короче, пацаны. Еды? Мои. Мы на верном пути. Дальше должны быть мотоботы. Идем вниз. Опа! Еще одну метку нашел Андрея Скуторца. Смотрите, мои мотоботы и шлемак. Сейчас я экипируюсь и пойду обратно не босиком. Отдохнул все-таки как-никак. А еще, может быть, сцепление остыло, есть вероятность, что он заведется и даже тронется с места. Но если нет, тогда мы не зря пришли такой толпой. Будем его толкать вверх. Я вижу байк! Вон он! Стоит до сих пор, даже не ушатался! Погнали за Хондой! Блин, как остановиться-то? Я чуть ногти на пальцах не сломал. Так, кран открыт, все есть. Пробуем его завесть. Смотрим, каков будет результат. Это же мой.
Мой, правда, да? Так. Ой, что-то там ломает. О, он двигаться начал. Ой, носок выпал. Ну и хрен с ним. Тихо-тихо, сейчас киком дам. Может, подсос? Может, на нейтралку поставить надо? У тебя что-то течет снизу активно. Течет? По-моему, бенз, да. До сих пор? Да. Я его сюда носок положу. Особенно, когда кикует. Так, включай первую. Ой. Смотри, зазор есть. Зазор есть. Все нормально. Включай вторую. Да, умер он окончательно. Час где-то прошел, остыть должен был. Сцепление, видимо, окончательный over сделало. Так что катим его обратно. О, репортер. Ты застал меня врасплох. Че сказать-то? Конец гонкам, все. Опять Чебоксары закончились. У меня даже слеза сейчас навернется. Когда стартовал, было хорошо, было так легко, но на шею бросили аркан. Выводы надо сделать. Я думаю, вы их уже сделали. Даже при учете того, что я 5000 километров на мопедах с люльками проехал, и после этого 770 километров до сюда в одно лицо в полном одиночестве на этом доехал, мои силы не кончились. Я бы проехал эту гонку, но реально не хватает. Блин, сцепление этого чертового на мотоцикле, сцепление с дорогой, сцепление двигателя с трансмиссией. Сколько я не мучаюсь, там уже как этот баянист начал играть на этом сцеплении, все равно не могу никуда заехать. Honda свое отыграла, в Enduro точно ей путь заказан теперь. Ну, я не знаю, я Enduro байк не куплю нахрен. Куда? Сколько они сейчас стоят? Не в курсе? Смотря какой. Ну, больше ляма. Ну, если новый, то да. Любой. Да. Любой больше ляма стоит. Почти, это, почти это вот как купить себе вот такой дорожный мотоцикл на всю жизнь. А это будет только игрушка эндурная. Хотя дорожный тоже игрушка, но на дорожном хотя бы можно это самое. Слушай, но вот это делать. Какого года? Это 2003-го. А эндур 2003-го года это хлам полный. Да не, ну не 2003-го. Это квадратные говна. Посвежее надо взять какую-нибудь ВР-очку 250-ку. Ну ВР-ка тут тоже, мне кажется, не алё будет. ВР-ка всё-таки не для этого, это контркроссовый байк, грубо говоря. Ну хрен его знает. Ну короче, всё. Я просрал капитально, но было очень хорошо. Спасибо огромное организаторам этой гонки. Не вообще ломовые типы, вот это все сделать, это дорогого стоит. Еще и хату нам здесь сняли. А? Реклама получается, прикиньте, нам проплатили хату здесь. Ставь из телеграма видос, как мы в хате в этой тусили. Чтоб все там это, кто обрадовался, а реклама поганая. Надо у Владика попросить. Обрадовались дальше. Короче, спасибо еще всем, кто пришел. Реально было весело. Только перед стартом тяжело, да, я его просираю, из-за того, что все фоткаемся. Ну и все, гонка была славная. Теперь домой еще 770 километров. На этом я попробую даже заснять обратную дорогу. Все, всем arrivederci. Степан, интервью дай. Привет. Давно не увиделись. Вот это он зашел. Короче, что по гонке могу сказать? Мне понравилось даже, на удивление, то самое эндуро, которое после Солнечногорска мне так не понравилось, сейчас стало очень даже интересно. Я столько курв... Не, давай так, не с того начал. Не надо, быстрее. Пошел ты в жопу, Владу, помоги мопед закатить, уже смотрел. Я в своей жизни курвы не делал, Влад, сейчас у меня кава вот так вот летала. Вот такие сальтухи. Мотоцикл, помоги ему закатить уже. Хватит рассказывать, вот этот базар нужен кому. Давай! Ну не... Еще! Пока.